месяцев году просторный дом начальника Камского-Откинского завода Ильи Петровича Чайковского был занесен снегом. Сейчас дом замер в ожидании возвращения хозяйки Александры Андреевны, которая должна привести новую гувернантку. Вдали раздались бубенцы. Вот слышно, как копыта бьют снег, крыльцу заносит возок. Александра Андреевна выходит из саней, представляет маленькую фигурку. Это Фани. Расчувствовавшийся Илья Петрович целует в лоб новую прибывшую и говорит, что уже любит ее как родную дочь, что она вернулась домой, а не заехала куда-то к волкам. И Фани благодарит его, смущаясь, потому что она молода, одинока, родилась за тысячи верст отсюда, близ Бетфора, и никак не может выговорить ни слова «фоткинске», ни слова «чайковски». На уроках ее Пьер охотно фантазировал на темы патриотические и божественные. Особенно нравились ему рассуждения о русском Боге, русской природе, величии России. Однажды, увлекшись, он в сердцах покрыл поцелуями зеленое пространство на карте от Варшавы до Урала и плюнул на левую часть учебного пособия. Фани остановил его: «Пьер, разве там, куда ты плюешь, люди не говорят Богу, как и ты, отче наш? И потом, если ты плюешь на Европу, значит, плюешь и на меня?» Мальчик поднял мне бледное, страдальческое лицо. «Не броните меня, милая Фани, ведь вашу Францию я прикрыл ладошкой». Желание высказаться, выразить себя проявлялось то в ночных слезах, то в стихах по-французски и по-русски. «Боже, пошли мне доброту, послушание и безгрешность». И потом эта оркестрина, привезенная из Петербурга. Когда ее собирали, мальчик стоял за дверью по-взрослому, приложив руку к сердцу в ожидании первых звуков. Они раздались. Никто из живых не тронул так сердце ребенка, как этот неодушевленный музыкальный аппарат, на валу которого были записаны мелодии из моцартовского «Дон Жуана». Мальчик почувствовал слезы, тоску, счастье. Всю жизнь. Моцарт, увертюра к опере «Дон Жуан».
После танцев, игр, шарат, живых картин, заезжий офицер, красавец, поляк Машевский, сел к роялю и сыграл что-то из Шопена. Когда на обратном пути Машевский вновь забрецал шпорами в их гостиной, вновь засиял ослепительной улыбкой, Петя взобрался на табуретик возле фортепиано и в точности повторил то, что слышал тогда. На следующее Рождество уже в Петербурге их с братом взяли в театр. Давали жизнь за царя. Опера и балет довели его до галлюцинации. Он ходил ощупью, опять не спал. Симфонический оркестр, живой, услышанный впервые, потряс его до основания. Тихое счастье.
безумная тоска. Ломали, переделывали его, ничего не оставляя от странного, стеклянного, по выражению Фани, мальчика. Выносили его во взрослую жизнь. Глинка, увертюра к опере «Жизнь за царя».
вечерами. Воспитанники училища правоведения бывали свободны. В такие вечера Петя с одноклассником Адамовым бегал в итальянскую оперу. Всю следующую неделю он потешал товарищей, изображая своим ломающимся тенорком каденции, фиоритуры, ферматы итальянских примадон и премьеров. В те годы, как и 20 лет назад, при Пушкине, Руси, упоительный Руси, пленял, притягивал, очаровывал изяществом и грациозностью своей музыки. Вероятно, мальчики побывали и на представлении оперы «Россини шелковая лестница», увертюру которой мы сейчас сыграем.
Сейчас это площадь Победы в конце Московского проспекта, мы все это знаем. Тарантасы остановились у верстового столба. Навстречу тянулся длинный обоз с продовольствием. Все и уезжающие, и провожающие сошли в слегка подмерзшую октябрьскую грязь. Широкую в оборках юбку матери Петя вцепился обеими руками, его стали оттаскивать, отдирать. Возницы равнодушно сидели на козлах. Наконец, воспитатель училища Илья Карлович Кайзер поднял ребенка на руки. Петя закричал не своим голосом, да так, что лошади шевельнулись. Александра Андреевна и маленькая Сашенька быстро уселись. Тарантас тронулся, Петя вырвался из рук Кайзера, бросился следом, пытаясь ухватить колесо. Земля внезапно подвернулась под ним, и мальчик упал в грязь, крича и плача. Кайзер молча поднял ребенка и крепко стиснул его. Тарантас был уже далеко. Было видно, как сбоку маленькая Сашенька весело машет платочком. Петя вернулся в училище с твердым намерением ждать. Он понимал, что там, у средней рогатки, с ним произошло такое, чего не забудешь во всю жизнь. Думается, именно эти чувства через много лет он воплотил в скерцо своей первой симфонии. Я не знаю более невеселого, более меланхоличного, печального скерца. Послушайте, возможно, вы со мной согласитесь.
поздравить маэстро с его юбилеем. В эти дни он отпраздновал свой достойный юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Thank you.
лет, с 1856 по 1865 годы, великий австрийский композитор Georg Eduard Strauss приезжал в Петербург, чтобы в Павловске дирижировать летними симфоническими сезонами. Трудно переоценить вклад Иоганна Штрауса в развитие русской музыкальной, да и общественной жизни. Вспомним хотя бы главы романа Достоевского «Идиот», где сложнейшие отношения героев развиваются на фоне павловской музыки. Мы должны быть благодарны Штраусу не только как создателю изобретательнейших партитур, но и как просветителю, последовательному пропагандисту новой русской музыки. В его концертах постоянно звучали сочинения Глинки, Серова, Верстовского, Рубинштейна, а 11 сентября 1865 года, возможно, это был последний концерт Штрауса в России, в программе прозвучало произведение студента Петербургской консерватории Петра Чайковского «Характерные танцы». Публика восторженно приняла дебют молодого композитора, как, впрочем, восторженно принимала она все, чем дирижировал Штраус. Впоследствии Петр Ильич вставил это сочинение в свою оперу «Воевода» под названием «Танцы сенных девушек». Вот авторская ремарка. Марья Власьевна в полудремоте лежит на авансцене, рядом с ней Недвига, тоже дремлющая. Это все персонажи пьесы Александра Николаевича Островского «Сон на Волге». Входят сильные девушки, лица их закрыты фатами, движения их поначалу ленивые и замедленные, постепенно оживляются и переходят в пляску. Танцы сильных девушек. Thank you.
лекциями основателя и директора Петербургской консерватории Антона Григорьевича Рубинштейна проходили весьма своеобразно. Он садился к роялю, стягивал перчатки, играл подряд несколько сонат Бетховена, захлопывал крышку, произносил «Вот так!» Лекция оканчивалась. А иногда он просил написать музыку на стихи, которые тут же читал студентам, кому задавал задание в форме ронда, кому в форме вариаций. Однажды он попросил студента Чайковского написать музыку на текст баллады Жуковского «Ночной смотр». Кто-то громко заметил: «Глинке уже есть такой романс». Ну что же, был ответ. Глинка написал свою музыку, Чайковский пусть пишет свою. Точно так же был определен текст для выпускного сочинения дипломника Чайковского. Рубинштейн предложил ему написать кантату на текст «Оды Шиллера к радости». Ну и что, что уже несколько десятилетий этот текст был известен как литературная основа финала Великой девятой симфонии Бетховена. Бетховен написал свою музыку, Чайковский пишет свою. Чего было больше в этом педагогическом методе ироничного подсмеивания над амбициозным студиозусом или же интуитивного ощущения масштаба его дарования, сказать нам сейчас трудно. Во всяком случае, сам Рубинштейн купался в лучах славы, музыка его исполнялась повсеместно, а много лет спустя Петр Ильич, поверивший в то, что и он тоже считается хорошим дирижером, провел творческий вечер своего профессора, как мы теперь бы сказали, где, между прочим, звучала замечательная его вторая симфония «Океан», фрагмент из которой вы сейчас услышите. Thank you.
дипломную кантату Чайковского был его консерваторский однокашник Герман Августович Ларош. Он писал: «Я вижу у вас великую, или лучше сказать, единственную надежду нашей музыкальной будущности». А ведь совсем недавно тот же Ларош снисходительно бросал: «Петечка, из вас не выйдет ни Верди, ни Оффенбаха». Убедиться во всей европейской популярности этих авторов Чайковский мог во время своего первого заграничного путешествия, которое он предпринял в качестве секретаря-переводчика одного из друзей своего отца. Действительно, во всех оперных театрах Европы сочинения этих авторов звучали постоянно, а мелодии из вердиевского Набукко так были у всех на устах. Уверен, что некоторые из них и вы сейчас узнаете. Верди, увертюра к опере Набукко. Thank you.
Фантазия Ромео и Джульетта, который мы завершаем нашу